Привет, меня зовут Маша, и сегодня я с прекраснейшим, великолепнейшим и самым классным йогом Димой Ермузевичем. Как вы догадались, мы будем сегодня снимать йога-челлендж. Не уверена, что у нас получится хорошо, если честно. Я абсолютно не уверен. Да, но то, что будет весело, я в этом уверена. Потому что мы не йоги. Я ходила на йогу единожды. Единожды, это такой литературный слог. А ты? Ни разу. Ни разу? Такая петуха за то, что ты лозер. Я подобрала позы. А, вот. Мне так стрёмно. Короче, начинаем с простенького. Смотри, я вот так берусь за тебя. Да. Вот так, хорошо, вот так. Да. Надо сначала за руки взяться. А, вот так. Маш, мне кажется, кстати, у нас с тобой получается. Коленки выпрями. Не могу! Оно съезжается попы на самом деле. Но это слишком, конечно. Весь ветер попы. Ни хрена ты не раком стал! Тихо, ты держайся! Ты мне проткнёшь свои пальцы, жопу! Катайся с тобой сразу! Хорошо! Я не могу понять, ну давай, ты сначала положи ноги, я потом её так это... Вот так? Оттопырю, типа. Оттопыривай! Должны одинаково, а то я упаду головой об стенку. Ну так давай одинаково. Ноги вместе вообще поставь вот так. Давай. Раз, два, три. Домашний, когда я не могу. Ты тяжелее меня просто. Тебя тяну на дно. Давай, давай ты сначала вкусишь. Давай, ладно, попробуй. И вруби стенку голову в стенку. А я вообще вкусил. Молчил. Станет без носа. Почти. О. Мы должны, мы должны так остаться, типа висеть. Да, да, да. Ну, давай, рассчитаем. Ты висишь, все? Да. Я висю. Молодец, смотри теперь вдаль. Я смотрю, в косяк. Нормально, давай. Что там нужно? Ну там тоже вот так. Нифига себе. Давай, надо было растянуться на самом деле. За плечи взять? Да, за плечи. Готов? Маш, не получится, я боюсь. Паническая боязнь позы. У них ноги рядышком прямо. Понял вообще? Маш, это сложно. Тихо, наклонись. Здесь сильно мало места для рук. Тихо, ой, прямо. Ты свою задницу меня толкаешь. Ты можешь эту задницу вот туда? Ну давай, просто ты должна туда идти. Держи свою задницу при себе, пожалуйста. Давай, типа, давай. За плечи. Нужно за плечи. 20 minutes later. Смотри, мы беремся за руки медленно, медленно. Давай, ползем. Ты можешь пупку толкать? А как ее? Вот, и медленно, медленно опускайся. Тихо. Не могу. Опускайся, давай. Ты готова? Маш, получилось? Нет, плечи, плечи еще надо, я вижу твое лицо. Знаешь, что это твое лицо? Маш, я точно так же лицо, что я. Так что? Ну ладно, это у нас не... Ну, но оно засчитается. Да? Мы да. Вот это? Мы это будем делать? Чего? Я... Это норм. Давай. Смотри, ну здесь ты можешь, пожалуйста, камеру взять? Я, конечно, все понимаю, как тебя этот процесс заинтересовал. Завлю. Да, завлю. Смотри. Видишь, завлю. Ну, в этом моменте тебе тяжело. Нормально? Я думаю, да. Заняться йогой с Димой, Машей, вы сможете по телефону. Готов? Давай. О, господи, мне страшно. Получилось! Охереть, Дима, мы с тобой йоги не берем. Маш, мы целый день так стоим. 2 hours later. Маш, я хочу в туалет.
как бы сразу ты хочешь... Я не знаю, нет, давай сначала мы... давай по одну. Знаешь, очень страшно, потому что вокруг камень. Ну, я тебе говорю, я перед лицом вижу этот косяк просто каждый раз. Чё ты на коленки встал? Позу забай. Давай вот так. Вот. Раз. Смотри, мы сейчас на нас прыжки. Давай я эту хотя бы попробую. Давай. Маш, не получится. Подожди. Отойди дальше. И ты дальше. Да не могу, мне не спится уже. Раз. Чего, что ты делаешь? Да подожди, надо просто придумать, как еще можно встать. Ты хочешь подпрыгнуть? Я придумаю. Да, This is good idea. Да, давай, быстрее. Да подожди. Да мне тяжело. Какую ногу? Да любую. Раз, смотри, и сейчас поднимаемся. Два, три. О, блин. Давай хотя бы со стулом попробуем подняться. Ну ты поднялся? Нет. Так, а я поднялась. Я думала, у нас получилось. Раз, два, три. О, господи, как страшно. Вторую ногу чуть не подняла. Я не знаю, мне страшно. Снова голова закружилась. Короче, у нас не получается. Не, да, не получается. Извините. Ты устал после тренировки? Тебе все надоело, все мышцы сводят, и тебе кажется, что в этой жизни все пошло наперекосяк. Тогда чай Нести, пожалуйста, пей, все у тебя будет супер, я не мастер слоганов, короче, жизнь заиграет новым ключам. Что? Бьет ключом, хотел сказать, это такое. Прекрасный напиток. У меня аллергия же на один глаз. О, господи. Прогнись. Раз. Готов? Подожди. Дима. Очень у нас новая больно. Поза. Очень больно, как а, как я стукнулась об пол головой, твою мать. Дима, что? На. Я запах не чувствую. Тебе повезло. Может, поднимешь меня как-нибудь уже? Маш, тихо, нет. Давай. Ты сразу хочешь? Ну что ты? Давай. Ну. Ну вот попробуй меня за руки. А давай? Нет, не ногами. Руками за руки будут все тянуть. Просто встань, Маша. Отвернись от меня. Я поняла. Давай. Тяжело тебя прыгать. У меня не получилось. Не могу. Я тебя, если сейчас отпущу, ты головой прям. Давай, и раз, два, три. Ну, короче, мы с тобой не получилось у нас. Ну, я понял. Короче, мы нормальные, не выкинь. Да! Может, что-нибудь скажешь? Как тебе вообще повседневное? Если честно, я профи в этом, в моё повседневное дело. Ну, знаешь, это как бы для новичков мы делаем, то есть. Изи. Просто. Фарас. Фарас. Выдался сложный челлендж. Мы очень старались, мы все наши силы иссякли, бабочек. Будь здоров, а? А, хорошо пошло. Ну что, ребят, мы сегодня сняли для вас новый челлендж, йога-челлендж. Я думаю, вам понравилось. Нам очень понравилось. Если не считать каких-то отбитых, да, отбитых частей тела, коленок, там, локтей. У нас чуть ли Дима не пострадало лицо, да, Дима. Вот. Ну, короче, нам понравилось. Это, безусловно, очень классный опыт. Да. Кстати, у Димы тоже есть свой канал. Ссылка будет внизу прямо под этим видео. Дим, покажи где. Вот так. Улыбнись. Такое сделай красивое лицо, чтобы люди захотели на тебя подписаться. Да. Если вам понравилось это видео, а я надеюсь, что это так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наши каналы, все ссылки будут в описании. Вот, мы вас любим и до встречи в новом видео. Пока!
It's time.